Добрый день. Вот пришли на ужин наш отель Вилла Дорадо. Ну вот, начнем закусочек с легких. Тут вот огурчики, помидорчики, рыбки, кукуруза, переходим к фруктам, как обычно, груши, апельсины, бананы, яблоки. Ну тут вот горячая часть, рыба, картошка, сегодня гуляш. Мне больше нравились эти ребрышки ягненка. Вау, моя любимая капуста сегодня. А тут вот парень готовит мясо, которое вы заказываете. Ну и сегодня, по-моему, пуэли. А нет, сегодня макароны. А то обычно бывает пуэли, я всегда беру понадобится люди, ну и макароны, вот это с морепродуктами, это вкусно. Да-да, положи мне, пожалуйста. Вот это вот готовится прям сразу же. Ола! Какие-то еще салаты, салаты, сыр. Обычно тут пельмени еще лежат. Ну, здесь вот мы. Сегодня тут из фруктов на ужин что? Дыня вот такая вот. Ну, типа узбекской дыни. Очень вкусно, очень сладко, очень это. Блин, пирожные мои самые любимые. Вот эти вот. Ну, тут вот мороженка. Сразу же возьму. Пару порций. Тут вот можно любые этот мусы, фрукты, изюм добавлять, все что хочешь, короче. Ты что берешь? Это антрекот. Возьми мне рыбу, возьми вот этот кусочек рыбы. Рыбу обожаю. Вчера вот была камбала. А тут столик какой зимой? Там на для двоих. Ой, сейчас буду затариваться, конечно, вот это. Рыба тоже обалденная, я уже вижу. Капуста у них обалденная получается. Гуляш. Тут где-то мой любимый перчик. А, вон он там у дяди. Я его не заснял. Вот рыба, консервы, огурчики. Все, вот это. Помидорчики. Это нарезка. С этого набираем. Очень грибы, шампиньоны, фасоль, горох, кукуруза. Ну, я говорю, я очень люблю, очень мне понравилось. Очень мне понравился вот этот вот перчик. Постоянно беру. Ну что, знаю, оливки на любителей. Еще беру я свеклу. Ну, а так вот говорю. Тут говорю, не то, что это. Сыр, ветчина, вот дяденька берет. Тут говорю, объедаться, объедаться, объедаться. Давай,
естественно, показывали. Фрукты я уже показывал. Масло, оливковое пошло. Sorry. Вот пироженки разные. И я вот этот шоколад очень люблю. Ну тут уже показывали кофемашины, соки. Вот. Пироженки. Тут можно заказать выпечку. Можно заказать выпивку, но, правда, очень дорого. Сейчас не скажу сколько, но мы никогда не брали. Так что вот так вот. На все вопросы отвечу в личку. Обращайтесь.